Оградить детей от всего вредного, в том числе и наркотиков, нормальное желание и родителей, и педагогов. Что предпринимается в регионе для профилактики этого негативного явления среди подростков, расскажем в рубрике «Ценный выбор». Практически во всех школах региона организованы так называемые наркопосты. В их работе задействованы и взрослые, и дети. Они проводят тематические собрания, лекции, уроки. В области несколько лет подряд снижалось количество детей-наркоманов. Однако появление и доступность синтетических смесей ухудшило ситуацию. Просветительскую работу ведут и активисты Ангарского фонда «Город без наркотиков». Они приобрели анализатор, который может определить, употреблял ли подросток спайс или соли. Торговцы же дурманом не устают проявлять изобретательность. По всей стране люди рассказывают друг другу, что наркотиками в виде конфет и жвачки возле школ неизвестные угощают даже младшеклассников. Правоохранители пока такую информацию не подтверждают. Однако, например, в Красноярском крае Министерство образования направило в школы официальное письмо с предупреждением о возможных таких ситуациях. В Иркутской же области наркоторговцы, не стесняясь, оставляют свои предложения и телефоны на фасадах домов и заборах. Волонтеры регулярно закрашивают такие надписи. Но вот, например, в интернете контролировать подобные предложения сложно. Поэтому объяснение детям опасности наркотиков, возможно, оградит их от желания попробовать неизведанное. Елена Сайкина, новости по будням.